Концерт сегодня – это концерт «Сказка». И я благодарен судьбе, что именно в этом зале, в этом довольно интимном зале для такого искусства, где каждый увидит мимику этих гениальных музыкантов, а самое главное, вы увидите этого творца, гениального человека, уникального совершенно режиссера, друга. И я помню, когда я придумал слоган «Впервые у нас из Белграда в Белгороде Эмир Кустурица». Ура! Я приглашаю на эту сцену этих легендарных людей. Они вас уже любят. Получайте удовольствие и увидимся на юбилее!
Добрый вечер, Белград. Мы приехали с Белграда до Белграда. Меня зовут Эмир Кустурица. Это The No Smoking Orchestra. Следующая песня — «Жизнь как чудо». Это музыка, которая нет истории музыки. Это будущее музыки. Правда? Правда? Да-да. Музыка с фильму «Черный кот, белая котка». Белый кот, черная котка.
Если вам приятно, удобно танцевать, так танцуйте. Потому что это танцевальная музыка. Das ist meine Stadt. Eine Sulze war genug. Этот человек один из самых знакомых философов Панчево городе. Один из самых лучших философов Сербии. Свободные люди его зовут Будалай-лама. Его книга, которую написал, это хорошо, потому что будет времени для всех человеческие активности. Аплауз для нашего философа, аккордеонисту, которого зовут Слободан Милошевич. Много групп, которые за 20 лет сделали один CD. No Smoking Orchestra, 20 лет, один CD. Когда мы думали, что нам надо приехать до Белграда, мы сказали, надо сделать второй CD. И мы его сделали. Аплауз для второй CD, который мы сделали 21, 22 года. Огромная часть, как цирк, мы играем без CD-а, без рекламы. CD, второй. Песня, которую зовут, это о человеку, который хотел стать космонавтом, но у него зуб был не так хороший, и этой карьеры не было. Scared of the dental drill!
сказать, что за эти 22 года я не видел так хороший балкон. Это так званый интерактивный балкон. Спасибо вам. Аплодисменты для людей, которые на балконе. Вы знаете, следующая песня, которую компонировал мой друг, она посвящена пиву. Для этих, которые любят пиво. Cerveza! Es un profeta y la moral está en oferta. Cuando el Dios ya disminuye, la hipoteca vida destruye. El bar es mi templo sagrado, el refugio fuerte, mi casa linda, mi luz en la oscuridad, mi seguridad. Desde cuando el pasta es todo y el que manda es el banco central. Entre miseria y tanta pobreza, me doy mi Dios por una cerveza. Cuando la vida no me va bien y las salidas no se ven, y la cervecita la guía que se ve se va. ¡Lucky! Cerveza es mi Dios, el Dios me dice adiós. Me separa cerveza.
sljedeća pjesen. Sljedeća pjesen s filmu Po mliječnom puti. Ženčini, ljubite ten film, da? Počnijemo te materiči pjesen. Thank you.
Sljedeća pjesenj posvećena filmu Na mliječnom puti i Monike Bellucci. Eta pjesenj nazvana Mila gora. Maestro Neša the Blackbird. Introduction. Thank you.
Novi CD, второй альбом, 20 лет, потом песень «Тик-так». We'll be right back.
Сейчас спасибо вам большое. Огромное спасибо. Нам надо сделать такой номер с тем с Шекспиром. Шекспиром. Надо Джульетта. У нас такая драма. Драма Ромео и Джульетта. Та-дам, та-дам, па-дам, па-дам, нам надо немножко светла в зале, потому что я не вижу ничего. Это светло на меня. Джулия. Кастинг, Джулия. Джулия, Джулия. Ты хочешь быть Джулия? Приди. Джульетта. У нас Джульетта, есть? Джульетта. Такая Джульетта. Тебя зовут? Вот именно меня зовут Джульетта. Браво, браво. Солнце мое, встань здесь. Как это? Опа, Yo!
Спасибо, Джульетта. Следующая песня – это с фильма «Underground». Это оригинальная песня, румынская песня, которую будет играть один из самых лучших скрипачей в улице Юг Богданова в Белграде. We'll be right back.
Спасибо. Следующая песня моя любимая, она, его зовут Команданте. Kiss could never touch you, rats with a tattoo. And now they're mocking what we have become. We see the world as unconsciously come. They are crushing our bones with humility, violence of stupidity. So there's a god, I'm just a queen. She's even older than bright and lonely. And just a few obscenity words in your secure. The enabling sheep of the cell. Cuts of the truth, bring it to hell. At the beginning, all it has to sell. It will be so at the end. Comandante. 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 This is the world, this is the horror. Not the whole thing that before. She's even older than prime people, and just a few obscenity words in the obscure. The enabling sheep of the cell, cuts of the truth, printed to hell. At the beginning, one has to stand, it could be so in the end. Hey! Comandante! Comandante! Men were stretchable like a stone block. Men was a giant and world was a roar. Молодец. Молодец, как тебя зовут? Как тебя зовут? Как ты зовешь? No. Он мне сказал, что его зовут месье Хайнекен. Правда? Месье Хайнекен, что будете играть сейчас для нас? Как сенситивный человек, а? Как французский, это галский сенситивитет. Музыка.
Талантливый человек. Талантливый. Очень. Тай-тай-тай-тай-тай. Yeah.
девочки и друзья, для вас вечером били барабанщик Чеда Дагулу, бас-гитара Иштван Мадярыч, огнеопасный человек, четник Хилти, Джонни де Хилти Китанови. Гитариста, Риста гитариста, Цоце из Цуца. Аккордеониста, Слободан Милошевич, for you tonight here in Belgrade. У нас, вы знаете, в начале мы были такой бенд, у которой не было так сильна труба. Страхиня Банович! У нас самый лучший саксофонист Неша Петрович де Блэкбёрн! Я вам хочу сказать, что этот человек, это бандит, который приехал до Сербии из Мексики через Унгарию. Его зовут Дэян Спарнов! Меня зовут, вы знаете. And no smoking! Orgy!